Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутем Паут, а мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero. Конечно же, я читал комментарии, давненько я отчет не снимал, вот прям вообще пипец затянул, поэтому сейчас буду записывать наперед, ну, пытаться. И все комментарии будут вставляться, ну, как сказать, не сразу будут вставляться, потому что сейчас придется пару серий наперед записать, так сказать... заместить потери, потому что что-то давненько не снимал, и надо серий выложить нормальное количество. Я считаю то, что сейчас Subnautica у нас будет выходить сегодня, завтра, но может еще послезавтра. Ну, вот три серии подряд надо мне попытаться записать. Я вот вижу, я изучил себе дом, можно сказать. Биореактор, вон у меня изготовитель, зарядное устройство, указатель, рабочий стол. Ну, неплохо, окей, а... Вот, тут всякая штука, контейнер. Я хотел вообще сделать переносчик транспорта, насколько помню. Очень хотел. А, вот, точно. Блин, что-то на паузу нажимаю по привычке. А мне нужна микросхема, на микросхему надо золото. Погнали искать золото. Сделаем нам переносчик транспорта. Поплаваем, поищем, так сказать. Я не знаю, найдем мы сейчас золото или нет. Что-то мне тут сканировать он хотел. Что-то непонятно, кого-то сканировать собрался. Водоросы. Да это нам все известно, все это понятно, господи. Обыкновенно водоросы. Что и в первой Subnautica. Так, это у нас что за ресурс такой? Титан. Я нашел поисковик ресурсов, хочу сказать. Так, может выпасть, подышать немножко. Ух, нифига себе, тут стрёмно. Так, ладушки. А, вот смотрите. Что мы хотим? Выступ аргинита, кусок известняка, кварц, фрагмент. Да, конечно, сложновато штука. А, соли, глинита. О, что-то стали находить, смотри-ка. Этот галенит где-то тут. Да не, иди в жопу. Вот он. На пользу-то где от него? Мне надо найти вот кусок золота. Кусок золота пока что-то особо не хочет находиться. От слова совсем. Так, давай подышим. Поплыли, окей, поплыли. Поплыли туда куда-нибудь. Чё-то такие ощущения, как будто я немножко даже отвык от игры.
Блин, ну я вот говорю, давайте, вот, мне что там, золото найти надо, я ищу. Это у нас тут что? Опа. А вот и кристаллическая сера. Вот и кристаллическая сера подъехала. Почему кристаллическая, я не знаю. Обычно была обычная. Так, это у нас что? Гнездо морской обезьяны? Ужас какой. Гнездо для сохранения своих яиц до вылупления. Прикольно. А яйца-то где? Яиц не вижу. Фрагмент сборщика транспорта. Неплохо так. Корень какой-то. Так, данная... Ага, данная корневая система от одной стенки к другой. КПК данные взял. А где они? Я только что взял КПК данные, алё. Чё за... О, золото. Вот это вот мне уже нравится. А чё, я только что взял КПК данные. Почему мне... Ну, я не знаю, ничего не появилось. Я же взял КПК данные. Чё-то странноватенько. Вообще как-то странненько. Ну давай тут вот поплаваем. Я думаю, не помешает. Запас калорий пополним, да пополним. А чё, такая вот маленькая пещерка, что ли? А, ну да, вот такая маленькая, смотри-ка. А, ну давай запас... Вот это вот мы уже изучали в прошлой серии. Мы вот это нашли и изучили. Да-да-да, мы тут были. Так. Да не, вот нифига не баг. Оказывается, продукты теперь могут еще просрачиваться. Я в шоке. Съешь батончик. Я в шоке. Оказывается, что уже и просрочка бывает. Ты что, мерзнуть начинаешь? Бывает. О! Вот это вот тема. Так, рыбу-то набрать. Так, ну-ка, пескуны. Будет совсем неплохо, хочу сказать, нам поймать рыбы, но пока не будем рыбу ловить. Так, тут я все смотрел, да-да-да. Все, можно плыть на базу, сборщик транспорта сейчас там крафтанем. Пескунов надо пожарим. Ты за мной не плыви. Так, скрыть карту. Ничего, сейчас вот сделаем сборщик транспорта. Дальше посмотрим. Я думаю, надо начинать делать базу, хотя смысла в ней пока не вижу, если честно, но можно попробовать. Никто не запрещает. Так, ресурсы, электроника, микросхема. Микросхема есть, смазка нужна. Давай смазку сделаем. Смазка, это у нас водоросли. Вот, смазка есть. Переносчик транспорта делаем. Вот, отличненько. Что там дальше мы хотели? Мы хотели... Идти... А, рыбу пожарить мы хотели.
Я в шоке. Рыба теперь умеет просрачиваться. Так, вот видишь, она вот пока нормальная. Я хп не потратил. То есть она пока не просрочилась, видишь? Жесть, да? Так, снаряжение. Не, вот. Блин. Во, инструменты. Строитель. Или этот. Давай ремонтный инструмент сделаем, пригодится. А стоп, силиконовая резина. А, ладно, пофиг. Так, ладушки. Инструменты, ремонтный инструмент подошел. И да, вот. А, нож, это обычный нож. Так, строитель. На строитель надо комплект проводов. Серебряная руда. Да ее ж я навалом подбирал, алё. Так, вот это сюда можно, ремонтный инструмент. А, это складываем. Вот. Не, я говорю, я этой серебряной руды набирал хрен знает сколько. Чего вы мне втираете? Сейчас поищу, ладно. А, разверните сборщик транспорта, ё-моё. На. Разворачивайся. Seek fluid intake. А. Я дурачок. Давай где-нибудь вот здесь будешь. О. Подняться. О, видишь, пусто, ничего мы не умеем. Пока что. Ну, сборщик транспорта у нас есть. Так, надо этой. Батареечка кончится, сейчас фигово дело будет. Честно. Так. Тебя. Вода не просрачивается, слава богу. То, что вода не просрачивается, это вообще шикардос, я бы сказал. Так, сколько мы там? 16 минут текущий сеанс, окей. Так, продовольствие, вода. Раз. Два. Три. Вода есть, попей. Vital signs stabilizing. Да попей вообще до конца. А, что там на улице происходит? А, просто буря. Ладно. Так, плывем искать серебряную руду. От серебряной руды зависит, будет у нас база или не будет. Из чего она падала, вот только бы вспомнить. Сейчас, в принципе, вот тут поплаваю, думаю, кислорода у меня хватит. Да, я понимаю. Сейчас будет у меня оксиджен тратится быстро. Медная руда, это чё? Сборщик транспорта, фрагмент. Ну, с фрагментов это забирать. Титан можно, но пока мне этого не надо. Что у нас тут? Тоже фрагмент. Там фрагмент, тут фрагмент. Вот там вот что такое интересное, что-то. Ну, кислорода. Бахнем.
кристалл возьмем и поплывем. Я переживаю сейчас. О, мореход. Мореход — это уже интересно. Один из трех собрали. Мореход у меня сел, этот друг мой. Фигово дело. 30 секунд. Я бы даже сказал, что совсем фигово. А, вон вижу цветочек. Идите в жопу. Так, вот сейчас вот бы, если бы у меня заработала волшебная машинка, было бы хорошо. Так, опа, успели. Так, сейчас вот сюда вернемся. Нам надо только подышать. Блин, то, что батарейка кончилась, это хреново дело, конечно, ай. Что вообще беда. Кажись, кончаюсь. Да. Да. Окей. Да какую часть вещей я мог потерять? Расскажи мне. Какую часть вещей я мог потерять? А нахера мне два ножа? А, это наёб. Господи. Ничего я не потерял. Часть вещей, блин, потерял. Ну-ка, ресурсы, электроника там. Ленточник. Ты где, собака? Мне батарейка нужна. Жестко. Потому что что-то вообще плохо дело. Надо найти ленточник. И будет у нас батарейка. Потому что так дальше будет, ну, вообще не в кайф. Ну, что-то интересное находим уже. Вон, часть от морехода нашли. Так, вот сейчас вот я опять приплыву сюда. Да. Приплыву сюда. Возьму ленточник. Он вроде тут был немножечко, я не помню. Ну, краем глаза, может, видел, я не могу подтвердить 100%. А может, он где-то, ну, в том биоме, хрен знает. Но факт в том, что мне надо. Идите в жопу. Иди в жопу. А, мне надо найти... Но я пока найти не могу. Интересно, а я тут был, что ли? Окей, я тут был. Где же ленточник? Видел же. А, вон. Вон он. Это ж он светится? Ну, конечно, он. Да, это ленточник светится. Сейчас наберем его. Так, сколько мы его набрали-то? Неплохо, неплохо. Так, ну-ка, а здесь у нас что, я не понял. Еще ленточек. Надо сделать батарейку про запас срочно. Так, здесь я был, здесь я был. Смотри-ка, здесь я был. Кого сканировать? Вон там еще ленточник вроде. Так. Так, поймаем, пригодится. Выплываем пока на поверхность.
Офигеть, опять метеорит падает, всякая жопа на этой планете. Ну да, конечно, с графончиком они постарались. Пескун. Ну ладно. Поплыли так, сейчас доплывем, сделаем батареек и вот как раз на дно пойдем. Мне нужна серебряная руда. Медная. Но не серебряная выпала сейчас. Ладно, пофиг. Точно, вот да, я и говорю, я сейчас когда сделаю строитель, надо сделать этот зарядник для батареек и себе мозги не пудрить. Вот точно. Ну-ка, тут что? Медная, неплохо. Опа, титан. Так, ну-ка, что-то подвисло немножко, ладно. Так, вот наш сборщик. Сборщик, так. Заплываю к нам домой. Батарейки давай. Сколько я сделал? 3 батарейки. Ладно. Я думаю, этого хватит. По крайней мере, понадеюсь. Так. Кидаем базу. И вспоминаем, откуда у нас падала эта серебряная руда. Заменить источник питания на R. О, погнали. Будем сейчас вспоминать. По-моему, нам надо вот сюда сплавать, чтобы понять. Так, здесь опасная рыба, которая кипятком плюется. Это у нас что? За прикольчики. Так. Идите в жопу. Так, титан один, один титан, просто кошмар, вот золото нашел. Тут у нас что? Фрагмент морского глайдера, фигайдера, не. Иди в жопу. Не надо мне ничего воровать. Так, ладно. Окей, тут посмотрели, тут что? Да ё-моё, да выпади уже серебряная руда. Почему, когда тебе нужен какой-то ресурс, ты его не можешь найти? Почти. Мне вот это вот не сильно нравится, если честно. Так, ну-ка. Пополняем кислород. Так, что-то вот нашел, смотри-ка. Что-то интересное. А мы тут были? Так мы ж тут были, нет? Да, мы тут были. Конечно, мы тут были. Так, там вот что-то мне показалось. Да, показалось. Конечно, мы тут были. Как же без этого? Мы тут были, но при этом я пропустил каким-то образом вот эти два ящика. Прикольно. Так, тут у нас что? Опа. А, лох. Так. Так. Да твою дивизию, выпади мне уже серебряная руда. Ну неужели? Почему вот с этой руды один титан падает? Это ж кошмар. Да иди в попу. Нет. Ты чё, стырила?
Собака. Чё озорные обезьяны? А-а-а. Личные записи, озорные обезьяны. У кое-каких животных здесь весьма загребущие руки. Не зная, что к чему, решил бы, что они намерены охотиться за моими припасами. Транспорт, мореход, ёб твою мать. Ой, поехали дальше. Так, что там? Цветочек. Это что? Сборщик транспорта. Все намеки на сборщик транспорта были. Зарядник для батареек сделаем, будет вообще сейчас все шикарно. Золото. И я бы о, ничего себе, что нашел. Давай возьмем, может пригодится. Ладно, всплываем. Так, опа, яйцо нашего морской обезьяны, ты прикинь. Вот золото выпало неплохо. Так, яйцо морской обезьяны. Этих у нас две штуки. Все, можно валить отсюда. Даже яйцо морской обезьяны нашел. Я что-то читал, то что кого-то тут можно приручить. Наверное, вот морскую обезьяну. Потому что она достаточно умное существо. Ворующее существо, мне кажется, по-любому все намеки на нее. Так, ладушки, мы приплыли. Сколько у нас таймер? 31 минута. Ладно, дорогие друзья, конец этой серии настал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, а я продолжаю, так сказать, записывать вам наперед. Ну что ж, всем удачи и всем пока.